председатель Московской городской думы Шапошников Алексей Валерьевич, заместитель префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Андреев Борис Валерьевич, начальник управления развития социальной сферы префектуры СВАУ Москвы Пименов Сергей Николаевич, глава управы района Отрадное города Москвы Литовский Владимир Владимирович, исполняющий обязанности главы управы района Южная Медведково города Москвы Гаврилов Сергей Николаевич. Замечательная, активнейшая группа. Итак, слово предоставляется председателю Московской городской думы Шапошникову Алексею Валерьевичу. Доброе утро всем! Доброе утро, Северо-Восток! И самое главное, кого не представили, это не представили наши районы Северо-Восточного округа. Я не буду их всех перечислять сейчас. Хочу сказать огромное спасибо, что в очередной раз мы с вами здесь собираемся для того, чтобы сохранить наши московские северо-восточные малые реки. Наши с вами Яузы, Чермянка, Лихоборка. Мало в каком округе есть такая красота и такое богатство, как наши реки. Уже не первый год мы с вами их очищаем, сохраняем, убираем прибрежную территорию. И в этот раз мы сделаем то же самое. Огромное всем спасибо за поддержку наших московских рек, за то, что мы хотим наш город, наш округ и наши районы сделать красивыми, чистыми, благоустроенными. Всем хорошей, удачной работы! Скоро начнем убирать! Конечно же, мы сегодня потрудимся в абсолютном позитиве, дорогие друзья. Слово предоставляется заместителю префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Андрееву Борису Валерьевичу. Доброе утро, друзья! Я очень-очень рад, что префект доверил мне приветствовать вас сегодня здесь, на этом замечательном мероприятии. Это уже традиционное, уже устоявшееся мероприятие. Спасибо нашим коллегам из Департамента природопользования, из Мосприроды. Спасибо всем активистам, тем общественникам, благодаря которым эта акция возникла. Я рад вас здесь приветствовать, рад вместе с вами сегодня потрудиться с такой замечательной благой целью. И уверен, что после того, как мы с вами поработаем, у нас, точнее не уверен, а предупреждаю, что нас всех с вами ждет приготовленная вкусная каша, которая будет хорошим дополнением к чувству глубокого удовлетворения, радости и гордости за то труд, который мы с вами сегодня сделаем.